Также непосредственно к допам к батуту вы можете заказать водную горку, аттракцион. Длина данной горки 2,5 метра. Горка может быть сделана также в любых различных вариантах цветов. Специальные крепления есть, можем посмотреть. Здесь есть крепление для горки и между батутом. Да, то есть, грубо говоря, это такой небольшой конструктор, который вы сами уже собираете и выбираете из разных аттракционов. Как собрать конструкторы, да, какие лучше подобрать аттракционы, вы можете обратиться, оставить заявочку у нас на сайте, либо позвонить по данному номеру телефона, менеджер вас проконсультирует и расскажет, какие лучшие аттракционы для вас подобрать. Хотите увидеть фото, видео, отзывы, подписывайтесь на наш YouTube-канал, заходите в альбом «Аттракционы», и там вы сможете увидеть много отзывов и различных обзоров по нашей надувной продукции. Как же это работает? Мы прикрепили горку, и непосредственно можно на ней скатиться. Давайте посмотрим. Конечно, лучше данный аттракцион использовать на воде. Следующий видеообзор и отзыв смотрите нашего клиента. Ссылочка будет в комментариях. Вот как так это, друзья, происходит. Давайте тестировать наши аттракционы на воде. Подписывайтесь на наш канал, звоните, мы вас проконсультируем и доставим ваши аттракционы, куда вы пожелаете. Хочу рассказать о самой главной части любых аттракционов. Фишка номер один. Всегда, если стоит стравливающий клапан при использовании необходимо открывать для избежания непосредственно травления и взрыва баллонов, потому что при нагревании воздух расширяется, давление увеличивается, воздух должен выходить. Все аттракционы поставляются всегда закрытыми клапанами непосредственно. Да. Соответственно, внимание, всегда, когда вы устанавливаете аттракционы, крышку данную открывается, ее даже можно оторвать непосредственно, да, чтобы всегда было гарантировано, что данный клапан открыт. Тогда все производители будут гарантировать вам надежность ваших аттракционов. We'll be right back.